потреб мусору берем мы будущее нашей страны. Если б не мы повсюду были жали бычки. 152 губкинских подростка этим летом предпочли провести каникулы активной пользой. В городе уже несколько лет реализуются 3 молодежных проекта. Мобильные отряды главы города «Будущее строим сами», студенческие строительные отряды «Сборная Ямала» и «Дети двора». Старт трудовому лету был дан 1 июня. Каждое утро ребята в зеленой форме собирались у фонтана рядом с администрацией города и получали задания. Ежедневно по 4 часа в день они трудились для родного города. Руками ребят было высажено более 45 тысяч кустов цветущих однолетних растений. С городских улиц и микрорайонов убрано 30 машин мусора. Кроме того, ребята пропололи уличные клумбы общей площадью около 1 гектара. По итогам трудового лета подростков наградили на торжественной церемонии в молодежном центре «Факел». Я увидел себя в вас. И вот эти зеленые человечки, которые ходили по городу, которые работали, которые показывали, как нужно сделать, чтобы наш город стал лучше, это как раз то, что нам сегодня нужно. Все лето на досуговых площадках «Дети двора» работали вожатые. 7 девушек ежедневно проводили спортивные состязания и познавательные викторины для мальчишек и девчонок. Устраивали мини-праздники. Очень понравилось. Это, в принципе, это было мое детство, мечта детства. Я очень хотела, когда ездила в лагеря, попробовать себя в роли вожатой. И это был мой первый опыт, и он, отлично произошел. Мы стали лучшим отрядом за смену, и меня это очень радует. Особые слова благодарности Валерий Лебедевич высказал ребятам за уборку и благоустройство памятников землякам, погибшим в годы войны. Ведь главное для всех, а особенно для нынешнего поколения, это помнить историю своей родины. На память ребятам о трудовом лете и за хорошую работу в это время Валерий Лебедевич вручил дипломы, грамоты и благодарственные письма. Вы заработали немножко денег, вы почувствовали цену этим деньгам. Вы почувствовали состояние нашего города и его, так сказать, ритм. Поэтому я очень надеюсь, ребята, что трудовой семестр, трудовое лето, которое вы прошли, оно, в общем-то, даст вам хорошую основу для будущей жизни. Было очень приятно, то, что мне дали грамоту, и сумму какую-то приятную, то, что отблагодарили за то, что лето отработали, за то, что мусор убирали. Лето прошло, но в памяти губкинских подростков из мобильного трудового отряда еще долго останутся воспоминания о теплой поре, новых друзьях и плодотворной работе, которую ребята сообща делали на благо родного города. Елена Канина, Денис Гимп, новости Губкинского.